4 ноября. Праздник Казанской иконы Божией Матери. Сегодня 25 лет служения отца Константина в Ирейском сане. Были на литургии в Бирилеве, а потом заехали в Донской. Здесь раздают кедры. Взяли 3 росточка. В Рябово, Кострому и отцу Константину. А на всеночной в Зачатьевском. Завтра день священномученика Владимира Амбарсумова. Служба в Малой Духовской Церкви. Вспомнилось, как недавно встречались здесь с матушкой Екатериной, заехавшей по делам из Иерусалима. Храм маленький, уютный, хор негромкий, но ладный. Каждое слово доходит. Игуменья Юлиания, бывшая Машенька, сестра из реанимации новорожденных Филатской больницы, стоит у иконы своего деда. Его же сегодня праздник. Тихая радость наполняет сердце, все близкое, все родное. И священномученик Владимир связан духовными узами с дедушкой Колей и бабушкой Машей. По христианскому кружку, по Алексею Мечеву и Георгию Даниловскому. Он же и венчал Николая с Марией ночью при закрытых дверях в храме равноапостольного князя Владимира на Ивановской горке. Матушка Илиания благословляет игуменским крестом. Этот крест священномученика Владимира. Вот и на иконе крест этот на нем. И тогда ночью на венчании благословлял моих прародителей крестом этим. Церковь земная и небесная соединилась во Господе. В нем правда и слава, и победа наша. Только бы устоять, не оступиться на лестнице, ведущей в небеса. Многое нам дано, многое и спросится.